Мы к вам пришли опять с подарками. Мы вам дарим книги и раскраски к ним, вот такие вот разноплановые. И сегодня мы решили еще пойти немножко дальше и подарить вам вот много-много таких вот костюмчиков для детей. Проект партии «Единая Россия. Добрая комната» был запущен в 2019 году. Он направлен на создание в детских лечебных учреждениях региона игровых зон. Одно из таких помещений успешно функционирует в детской больнице Раменской ЦРБ. Раменское отделение партии ежемесячно посещает «Добрую комнату» и привозит сюда полезные подарки. Сегодня день защиты детей, и мы привезли сегодня новый комплект подарков. Это комплект костюмчиков красивых детских, чтобы детям было приятно. Может быть, они сегодня все раздарят, они сегодня будут оденутся в новые костюмы, будут рады. И новые раскраски, новые игрушки. Поэтому хочу поздравить всех детей с праздником и пожелать им крепкого-крепкого здоровья, чтобы дети радовали своих родителей, бабушек и дедушек. По словам Юрия Ермакова, на каждую просьбу врачей они реагируют оперативно и привозят в добрую комнату предметы только первой необходимости. Вот сегодня нас попросили уже определенные мячики резиновые и пазлы. Пазлы, конструкторы, поэтому в следующий раз то, что нам заказали, мы обязательно привезем. В следующий раз вам привезем то, что вы нам заказали. Хорошо. Договорились? Договорились. Ну, о нашим детям здоровье в День защиты детей. И не только в День защиты детей. Да? Да, чаще к нам приезжают. Антон Карташов, Сергей Дружинин, Дмитрий Корунов. Для программы «Городские вести».